черты. А, назовите ваши положительные черты характера. Целеустремленность. Отлично. А ваши отрицательные черты характера? Упертая. Хорошо. Ваша любимая мудрая мысль, ваш девиз. Иди вперед и не оборачивайся назад. Отлично. Расскажите о ваших лучших воспоминаниях. Возможно, есть уже такие. Отлично, спасибо. Наташа, расскажите о чертах характера, которые вы цените в людях. Ну, в ваших друзьях, возможно, в окружении, каких людей бы вы хотели видеть? Самое главное, верные, поддерживаете, да, во всем, поддержка, самое важное. Наташа, расскажите, есть ли у вас талисман? Нет. А вы верите в Бога? За что бы вы хотели его поблагодарить? Я верю в Бога, хочу поблагодарить его за то, что я хожу на своих ногах, просыпаюсь утром, дышу. Наташа, давайте сейчас продолжим фразу. Я увлекаюсь. Фехтованием. Отлично. Я фанатею. Отлично. Я ненавижу. Ложь.